Привет, ребята! Сегодня мы с вами нарисуем вазу с цветами. Первым делом посередине листа рисуем овал, вазу. Теперь наметим очертания букета. Наметим места, где у нас будут цветы. Рисуем кружочки. Теперь наметим в наших цветочках серединки. Добавим лепестки. Дорисуем стебельки и наметим линию стола. Откладываем карандашик или фломастер и берем самую большую кисть. Выкладываем на палитру охру. Это светло-коричневый цвет. Выкладываем побольше. Этот цвет мы будем использовать для фона. Добавляем немного красного. И закрашиваем фон. Добавлю еще немного охры. По необходимости добавляем краску. Ближе к линии стола можно добавить побольше красного. Хорошо прокрашиваем края листа. Снова выкладываем охру. Промываем кисточку. Вытираем и добавляем в охру немножко белого. Этим цветом делаем стол. Промываем кисточку. Вытираем. Набираем белый цвет и втираем в краску, высветляя тем самым плоскость стола. Набираем охра.
немножко коричневого. И рисуем тень от вазы. Можно добавить еще немного коричневого, чтобы тень выделялась почетче. Промываем кисточку. Вытираем и края тени немножко смягчаем. Промываем кисточку. Откладываем большую кисть. Берем среднюю. Выкладываем на палитру темно-зеленый цвет. Этим цветом начинаем делать листики. Закрашиваем середину букета. Промываем кисточку. Добавляем в наш цвет немного синего. Доделываем зелень. Где-то зелень у нас выходит за края букета. Промываю кисточку. И снова беру большую кисть. Набираю белую краску и делаю вазу. Набираю с палитры охру или светло-коричневую и рисую в вазе тень. Промываю кисть. Вытираем. И смягчаю края тени. Промываю кисточку. И беру среднюю. Выкладываю на палитру белый цвет. Добавляю в наш белый немножко синего. И делаю лепестки ромашком. Где-то лепестки более темные, где-то более светлые. Серединки можно пока закрашивать.
И дорисуем ромашку, которая упала и лежит у кувшинчика. Промываем кисточку. Вытираем. Выкладываем на палитру яркий желтый и ставим серединки нашим ромашкам. Выкладываю еще побольше желтого и добавляю немного яркого зеленого. Перемешиваем. Еще немножко добавлю. И добавляю яркие светлые листики. Можно еще добавить темного, чтобы цвет был более естественный. Где-то листики немножко закрывают вазу. Около ромашечки можно добавить. В серединку много светлых листиков не добавляйте. Промываю кисточку. Беру кисть потоньше и выкладываю на палитру синий цвет. Этим цветом я намечу синенькие цветы, небольшие. Колокольчики. Намечаем маленькими мазочками. Смешаем голубой и добавим светлых лепестков. Где-то наши синенькие цветочки могут немножко заходить на ромашки. Промываю кисть. Вытираем. Выкладываю на палитру желтый цвет. Мою кисточку. Добавляю немножко красного. Перемешиваем. Получился оранжевый цвет. Но мне получилось темновато, я добавлю еще желтого. И добавляем где-то оранжевый оттенок в серединке. Промываю кисточку, вытираем, набираю яркий белый, выкладываю его на палитру и выделяю светлые лепестки у ромашек.
Где-то может попадать немножко желтый цвет на лепестки, лучики солнышка. Промываю кисточку. Беру самую тонкую кисть. Набираю темно-синий цвет. Смешиваю его с фиолетовым. И добавляю темные серединки у наших синеньких цветов. Промываю кисточку. Набираю зеленый цвет, добавляю несколько лепесточков около синих цветов. Вытираю кисточку, набираю немножко оранжевого и ставлю маленькие серединки синеньких цветочков. Они могут быть желтые, могут быть оранжевые. Промываю кисточку. Беру среднюю кисточку, набираю белый цвет и еще раз выделю какие-то лепестки у ромашек. Промываю кисточку. Берем темный зеленый цвет и какие-то края листочков утемняем еще. Промываю кисточку. Вот такой замечательный весенний букет у нас получился.